для малины. Такая конструкция с тросами. Сейчас идет подготовка, кольца. Вытягиваем троса. Это будет для подвязки. Здесь будет высаживаться малина. Сейчас мы еще натягиваем систему тросов для подвязки. 8 тросов. Натягиваться будут с каждой стороны вот такими коврепами. Сейчас отлично отрезается. Так вот продевается. Конструкция изготовлена все из оцинкованной трубы. Полимерно-порошковым покрытием. Цвет коричневого 80-17. Сейчас давай, я посмотрю, на 17 не видно. Потом тавреп, потом опять зажим. Так вот, покажи. Вот зажим, тавреп. И тавреп. Предварительно тавреп надо будет раскрутить. Так все, и потом с другой стороны натягиваем. Ковырок висит. Бабочку еще раз. Натяжка и закручиваем. Зажим. Теперь подтягиваем. Сейчас подтянем его. Вот так натягивается. Ничего сложного нет. Вполне достаточно для малины, для подвязывания. Что у нас получилось? Такое сооружение для малины с системой подвязки из тросов длиной 8 метров. Забетонировано. Мощная такая конструкция, красивая. Натянули, сделали. Так что звоните, пишите, изготовим, установим, натянем. Даже малину, смородину, виноград. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В общем, мы вас любим. Всем пока-пока.